Лауреат года Республики Карелия Ольга Белоногова. Много лет о родной земле, Северном крае Ольга Белоногова рассказывает через призму искусства. Предпринимательница, основатель этнокультурного национального проекта музея-ресторана «В Карелии есть», занята популяризацией карельской культуры и национальной кухни. Последние 6 лет Ольга Евгеньевна вместе со своей командой представляют нашу республику на различных мероприятиях по продвижению туристического и гастрокультурного потенциала регионов, российских и международных фестивалях, кулинарных онлайн-марафонах, выставках и ярмарках. Мы известны, а благодаря популяризации и внутри региона, и на федеральном уровне у нас представлено несколько климатических зон, несколько типов ландшафтов, ну и, соответственно, продуктовая корзина Южной Карелии тоже отличается сильно, например, от продуктовой корзины Северной Карелии. И получается, что мы гостю можем дать настолько разностороннее такое мультивпечатление, в котором он может попробовать рыбу и пресной воды, а одновременно и попробовать морепродукты, например, мидии беломорские. 2023 год предпринимательница называет продуктивным и смелым. Среди ее побед – открытие под руководством Ольги Белоноговой в центре Петрозаводска нового ресторана «В Карелии есть». Именно эта команда до середины весны 2024 года будет представлять республику в Доме российской кухни на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Статистика уже впечатляет. Каждый день тысячи москвичей и гостей столицы пробуют блюда карельской кухни. Скоро вся страна узнает, что такое лахикейта, калитки и морс на дикоросах.